Всем друг, с вами я, Алистер, и это новая серия по реальной жизни в Carparking Multiverse. Короче, смотрите, и давайте угадаем, чья это машина. Это, короче, моя новая машина. Вы скажете, тут, наверное, сейчас 500 сил или 600 сил, там 5,5, там 4,4 битурбо. Нет, тут стоит 2,5, пацаны. Не-не-не, тут стоит 2,0, прикиньте. 2.0, короче. Вообще она убитая. 3 раза попадала в аварию. И вы сейчас спросите, почему же я ее купил? Да все просто. Это просто новый проект, который я называю Стиляга. Почему Стиляга? Если честно, да я сам не знаю. Я сейчас просто хочу ее так собрать, пацаны. Ну, сделать из нее вообще топ-машину, переставить мотор. Я ее купил за 2500, пацаны, за 2500 долларов. Это просто адекватная цена для такой машины. Давайте я сейчас сяду и вам просто покачу, то есть объясню. Так, значит, тут 150 сил. Вот, что можно еще сказать? Машина, так сказать, в М-обвесе, ну 2.0 и М-обвес. Ну, кроме, хотя не, это уже М. И я думал, что это китайские фары, но потом передумал, потому что это М-фары. Салон весь М, пацаны, просто минус в том, что это 2.0. Просто максимальная комплектация, пацаны, механика и руль то, пацаны. Это, тут короче, все М, кроме, пацаны, мотора и дисок, пацаны. Остальное все М. Это просто жесть, пацаны. Он ее типа собрал и продал. Вот. Ну как-то так, вот. 2500. А так он продал за 2700. Вот. Ну как-то так машина, если честно, прям вообще не пацаны. Давайте так, никого нету. Так, да, я забыл, что трафик. Я же умный. Так. Значит, давайте. Сейчас я вам покажу. То, что эта машина вообще не едет. Так, смотрите. Давайте, значит, выйдем. Вот, например, тут налево. Так. Пока никого нету, успеем. Смотрите, пацаны, газ пол. Так, первая. Вторая пошла. И это было всего лишь 40. Так, пошел первый. Пацаны, мне смешно. Я катался на Феррари, я катался на Ламбе. Ну, что это? Фак. Пацаны, это вообще ни о чем. Это реально ни о чем, пацаны. Она даже в занос не заходит. БМВ и не заходит в занос. Чего? Ну, она мягкая очень. Потому что колеса, типа, маленькие. 16-е тут, вот. И из-за этого, типа, машина мягкая сама. Видите, какая... Даже, типа, не чувствуете то, что сейчас был лежачий. Вот. Ну, она прям вообще не едет, пацаны. Вот. Блокировки не работают, ни АБС, ничего не работает, пацаны. Машина просто нулевая. Не знаю, почему так происходит, но она реально не едет. Смотрите, газ пол. Первая, вторая. Мне смешно, если честно. Я хочу сейчас сделать, знаете, что? Мои планы на эту машину просто огромные. Смотрите. Давай сейчас я просто остановлюсь, заглушу, и сейчас я вам все объясню. Пацаны, смотрите, я хочу в этой серии, знаете, что сделать? Во-первых, поставить крутые диски, то есть пока купить диски, если успеем, то, так сказать, поставим. Вот, еще что можно сделать? Можно ее, так сказать, отдать в покраску на первой же серии, пацаны. Ну, я типа не вижу смысла чиповать 2.0, потому что это будет вообще говно, это будет типа чип вообще будет мало типа прибавлять, и смысла чипа вообще я не вижу, потому что мотор очень маленький, вот, и если даже там чип поставить, Stage 3, там она, ну, типа, бессмысленно, плюс 20 сил, наверное, будет от Stage 4, вот, так как мотор слишком маленький. Вот, что я хочу еще сделать? Сделать крутой выхлоп, снять катализатор, сделать просто прямую трубу. Вот, и еще сделать, знаете, что? Еще просто хочу на ней, так сказать, попробовать
подрифтовать и, не знаю, посмотрим, короче. Так, значит, сейчас едем за дисками, я уже договорился. Это будет просто... Хотя... Так, заводись. Она даже не заводится. Так. Давай. Привет. Давай. Она даже не заводится, пацан, стой. Она что, типа испортила сейчас? Давай. Она не едет. Давай, она не заводится. Вот первая проблема, фак, что с ней? Так. Она не заводится, пацаны. Как решить эту проблему? Стой. Так, стопэ. Давай, заводись. Как что? Что же мне сделать, чтобы она, пацаны, завелась? Бензин есть, пацаны, полбака. И чё? Короче, пацаны, давай сейчас я просто посмотрю, что там под капотом, может, там, типа, что вышло. Я короче, сейчас, пацаны, быстро. Сейчас, блин, капот забыл открыть. Пацаны, сейчас я, короче, вернусь. Неужели завелась? Давай еще раз. Давай. Завелась, неужели, пацаны? Я не знаю. Так, не глохни. Она опять не заводится. Да я только что же, блин, назад закрыл капот, пацаны, сейчас еще раз, походу, на лестницу, блин, гребаный, я весь уже испачкался, блин, фух. Короче, пацаны, я ее как-то завел, я ее так, как-то, так сказать, больше не буду глушить. Ее, походу, у нее, так, походу, так сказать, проблемы со стартером, она вообще очень проблемно заводится. Вот даже когда я ее покупал, я заметил то, что он... Завел ее со второго или со третьего раза. Это было, не знаю. Короче, походу проблем со стартером. Давай сразу поедем тогда, решим эту проблему, потому что когда я буду покупать диски, там мне типа придется, типа, по-любому хотя бы где-то, я же типа заглушу, вот. Надо срочно решить эту проблему. Давай, давай, я... Опа, она пошла. А, фига с два. Сотка, так, ну неплохо, неплохо. Так, ну неплохо, так. Ну, она ждет очень много, пацаны, она ждет 15 литров, вы представляете? 2.0. Походу, у нее там какие-то проблемы с воздухомером, потому что 15 литров на 2.0, чего? Так, давайте вот сюда зайдем. Так. Еле-еле, блин. Так, значит, сейчас я иду к директору. И скажу то, что, то есть, там, к механику, они, походу, сегодня вообще нету клиентов, да, короче, я пошел. Сейчас я пойду, куплю кофе, и когда я приду, они сказали, что машина будет готова через полтора часа, час. Я быстро пойду в Макдак, покушаю, не знаю, что сделаю, вот, и когда вернусь уже, наверное, машина будет готова. Все, пацаны, вот, они сказали то, что сделали, я уже оплатил все. Все, так, значит, выезжаем. Давай сейчас прямо вот тут вот попробуем, чтобы потом... Так, глушим. Что? Алло, она опять заводится. Это я не знаю, почему так работает. Я реально не знаю, почему так. Короче, сейчас я к ним пойду и буду реально ругаться с ним, потому что... Алло, машина осталась прям тут. Мелкими шагами думаю то, что они сделали, блин, я так устал уже, 2 часа на это потратили, пацаны, прикиньте, надо гребаный стартер. А, вот она стоит, блин, на этой фигню. Спускайте, алло. Все, я им, типа, за первый раз оплатила, за вторую они сами уже бесплатно сделали, потому что какую фигню они нормально, типа, не сделали. За одну подвеску, вау, спасибо. Все, так, давайте аккуратно сядем отсюда. Все, так, давайте опять проверим. Во, так. Во, все. Она теперь точно заводится. Так, давайте еще раз на всякий случай проверим. Вот, все. Там со второго раза, но ничего, она хотя бы заводится, блин. Ладно, поехали. Поехали, значит, все, знаете... Покупать диски,
типа, он сказал то, что он живет не в городе, а, типа, в своем доме, типа, не в квартире, а в пожилом доме. Вот, ну, типа, сам купил там дом. Ну, короче, вы поняли, о чем я, пацаны. Вот. Вот, так я, значит, едем. Вот эти заодно, типа, поднажмем, что я так медленнее еду. Так, ну, смотрите. Смотрите, она неплохо едет. Уже, не знаю почему. 120, 130, давай, давай. Бэха, 2.0, давай. Че, 20 литров? Ты шутишь? 20 литров, дядя. Она сейчас жрет 20 литров. Это очень много, пацаны. Давайте вообще на холосту кинем, потому что она очень много жрет. Почему? Давайте перестроимся. Я не знаю, почему так жрет. Это просто жесть. Она реально очень много жрет, пацаны. Так, давайте на нейтралку кинем тут. Так, аккуратно, значит. Аккуратненько, вот тут он. Так, он сказал, вот это его дом, вот. Он сказал, черные двери и маленький дом. Все, уже глушим. Так, давайте закроем нас на всякий случай. Вот, давайте, значит. Я, блин, попросил то, что, чтобы я его, типа, не снимал. Ну, да, ну, это, типа, некрасиво. Я знаю. Сейчас, значит, я кинул их в багажник, два в багажник, а два вот сюда вот назад. Вот так. Поехали. Блин, мы заглохли, факт. Ну, механику водить, конечно, я забыл, да. Давай, газ пол, давай, 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 давай. Вообще, пусть какая-то духая машина, если честно, мне. Ну, что это? Такое себе, если честно. Давай, два. Блин, она жрет очень много. Надо просто сделать. Наверное, там воздухомер, что вообще. Может, там вообще, конечно, нету, пацаны, воздухомера. Из-за этого она столько много жрет. И два. И для двойного, типа, нормально едет. 100% там просто сейчас нету этого, как там. Воздухомера нету, пацаны. Она реально очень много жрет. Она реально просто очень много жрет, пацаны. Нельзя так жрать. Бэха. Так. Надо еще, блин, пойти проверить масло. Вот, может, там вообще сейчас нету масла, и мы просто так едем. И можно и там воду проверить. Так. Ну, машина, как видите, не нагревается. Все нормально. Вот. Кстати, зависло. Понятно, окей. Будем знать. Так. Вот тут вот можно развернуться. Ну, блин, надеюсь, так, сейчас, так, аккуратненько. Так. Это скорая, давайте пропустим, потому что она летит. Так. Блин, опять заглохли. Так, ГТР, давай. Опять заглохли. Давай, давай. Что со мной не так? Я вообще сейчас не могу ее водить, пацаны. Это просто жесть. Я за. Да блин, что ты там бибикаешь? Алло, что тебе надо? Не видишь, блин, не могу. А, это был мент. А, нет. Че он там летит? А ну-ка иди сюда. Так, погоня за рейнджером. Давайте попробуем, может, мы его догоним. Он там летит, пацаны, вы это видите? Что он вытворяет? А ну-ка, иди сюда. Давай, давай. Вообще, пуф на то, что сейчас 25 литров она жрет. Чё? Звук, пацаны, слышите? Какой-то звук, пацаны, появился. Слышите? Алло. Какой-то звук, пацаны. Слышите? Что не так? Окей, окей, понял, принял. Как, пацаны, как я доеду, то я вас наблюдаю. Пацаны, смотрите просто на бак. То есть, на сколько у нас бизнес осталось. Вы же помните, сколько у нас было? Это просто она максимально много. Бля, я посрал, все. Вы же, пацаны, помните, сколько у нас было? Она просто максимально много ждет. Сейчас, значит, едем к моему другу. Он сейчас мне поставит диски. Вот зачем зря давать деньги,
если можешь поставить друг и сам, типа, сами, вот. У него, типа, в гараже там все, типа, оборудование есть, чтобы там снимать, там диски ставить. Так. Так, шины я, типа, пока типа, не буду покупать, потому что, типа, мои нормальные, вот. Так, тут там направо. Давай, давай на первую кидай, блин. Вообще, на вторую прям вообще, или это, заходит на ничего. Так. Давайте вот сюда вот. Он тут живет близко. Так. Так, давай, 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 давай. Так, господ, давай. Езжай, братан. Так. Аккуратненько, аккуратненько, прям вообще. Так. Давай, 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 давай. Так, а вот его гаражи. Давайте вот сюда вот. Это его гаражи, давайте. Сейчас я, значит, ему позвоню. И давайте вот так, если там менты придут. На всякий случай, потому что они могут тут вообще, если честно, проехать. Они все такие хитрые, если честно. Так. Давай, давай, давай. Все, давайте вот так остановим на аварийках. Сейчас я вам, значит, звоню, чтобы он пришел, и мы уже поставим диски. И уже так поедем, пацаны. И она стала такая высокая. Просто, я кажется, такое ощущение, как будто сейчас на танке. Она сразу, видно, что она сразу жесткая стала, пипец. То сейчас я вам, пацаны, покажу. Смотрите, пацаны. 18-е, вот она, пацаны. Это же вообще пипец. Она сейчас как танк, реально, пацаны. Смотрите. Она такая высокая стала, пипец. Просто смотрите на ширину, пацаны. Она даже как-то вылезает, пацаны, из арки. Ну, это, конечно, пипец. Это, конечно, по-моему, даже перебор, пацаны. Такие огромные диски. Это вообще пипец какой-то, пацаны. И что это было? Ладно. Я понял, что-то... Что? А что с коробкой? Пацаны, стой. У меня коробка. Коробка. Стой, смотрите. Что с коробкой? Стой. Вот пошла первая. Я ходил на вторую. И обороты повышаются. Что? Что? Что с коробкой? Сейчас у меня просто коробка, походу, разлетится, пацаны. У меня коробка просто... Пацаны, коробка, походу, сломалась. Она не... Что? Смотрите. Обороты повышаются. Что это? Что это такое? Это что же, типа, первая передача? Пацаны, смотрите. Пацаны, минус коробка просто. Просто... Что же теперь с ней мне делать? Блин, мне страшно, пацаны. Надо в сервис. Сломалась коробка в первой серии. Нормально, да? Ну, диск нормальный. Диск мне нравится, да. Ну что с коробкой, what the fuck? Давайте зайдем вот сюда вот. Я сейчас просто вам ее покажу. Просто... Это просто, не знаю. Она просто бестия. Walked in the bitch and my diamonds gon' glitz. Flooded the rollie and dropped it in piss. Ooh, damn, I think I fucked up my wrist. Kiss some shit yesterday.
kid, drop some rocks on my fingers and fucked up my feet. Hey, now remember I was fucked up with shit, but now that you can't me fucked up for shit. I got your bitch wanna give me a kiss. Walked in the bitch and my diamonds gon' glitz. Flooded the rollie and dropped it in piss. Ooh, damn, I think I fucked up my wrist. Kissed some shit yesterday and I fucked up my kid. Drop some rocks on my fingers and fucked up my feet. Hey, now remember I was fucked up with shit, but now that you can't me fucked up for shit. Now that you can't get me fucked up, and you can't me that much, you locked up. Поставить лайк и подписаться на мой канал, я буду вам всем очень благодарен. Вот я сейчас снимаю 2 часа ночи, 5, пацаны. Вот, надеюсь, вы это оцените мой труд, пацаны. Вот. Давай, скажите, пожалуйста, в комментариях, типа, мне продолжать эту рубрику, то есть именно вот стилягу, типа, снимать еще про эту машину или же просто не надо, пацаны. Что скажете, пожалуйста, отпишите все в комментариях. Я буду вам всем, кстати, очень благодарен, пацаны. Заранее всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Давайте наберем 150 лайков. Подпишемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.